Всем привет! С вами UFC Artem Ultimatics. Это мое 36-е видео. Лайк должен быть там поставлен. Давайте же скорее начнем игру. Футбол кап. Вот что еще говорю. Слив. Да. Действительно. Слив акции хоккейная неделя. Во-первых, я продал аккаунт, а во-вторых, я больше не в клубе, а ID свой больше не помню. Единственное, могу только ролик снять. Давайте матч шарики сыграем. Потому что действительно... Да... Брейкдансер Брок аккаунт у меня точно никто не украдет. Поэтому ID от него будет в описании. Но не в этом ролике. Конечно же, момент. Шуберт. Что-то я сомневаюсь, что там Шуберт. Мартынович. Ошибка. Удар. Шуберт. Так. Ну какого фига? Лучше уж так, конечно, делать. Действовать в атаке сообща. Точнее, ну и в атаке его бароним. Так, Тадия. Газинский момент. Кена. Спайч. Ну вот я на русском, мне, конечно, легче читать. Патров. Момент. Угловой шарки подает. Ой-ой-ой. Поехали, что тут будет? Сафонов. Пас на Рамиреса. Олсен. Кина. Кина! 1-0. Вот это гол Матанди. Что-то я в этой игре стал проигрывать. Но гол, кстати, очень даже такой породистый. Сафонов бы там его точно не затащил. Это я вам говорю по технике. Потому что очень видно... Потому что он не затащил бы этот мяч. Момент какой. Вот просто смотрите. Сафонову сделали преградищу. И что вы ждете от молодого вратаря? Вот что вы ждете от него? Пас головой он не ловит. Замены тут не делаются. Момент. Нет. Момента уже больше не будет. 1-0. Краснодар. Проигрывает Шальке. Продолжаем. Матинди. Ой-ой-ой. Да ладно. Оказывается, Сафонов там даже мяч-то не словил. Матинди просто мимо ударил. Берг. Берг выше ворот. Вот такой вот у нас футбольный сегодня. Не везение футбольное. Просто срез головой в сетку ворот и все. Маркус Берг. Пора сравнивать. Рядышком. Что вы ждете от молодого вратаря? Ну, он уже, конечно, третий год в Краснодаре, а то и четвертый. Ну, можно было словить. Но скидку с головы как-то мы не додумались до этого. Гол очень красивый у Шальке. Мартель Вандерсен должен, конечно, переменить ход событий. Вот Шуберта и нам и не пробить пока что. Читы не помогут, я думаю. Тут нужна техника. Ну, будет ничья, хорошо. Будет победа, очень даже неплохо. Но вот поражение нас не устроит.
Ни в коем случае. Тем более срез головой. По-моему, разработчики даже сейчас ошиблись. Мы потом это увидим на повторе. Гол-то какой от Маркуса Берга неожиданный. Ну, ничья могла бы быть у нас тут и может. Никто на нее надежды не прячет еще. Могут, могут. Рамин. Рамин. Рамин момент. Мартынович, здорово. Классан. Классан, ошибка. Ой-ой-ой-ой-ой. Камай, Матвей Сафон. Это автогол. Ну куда ж ты так далеко, родимый мой? Ты куда ж ты? Ну, там же просто, ну, вот такой вот сейв превратился. То, что мы сейчас и можем без очков остаться даже. А во-вторых, то, что даже я вообще... Вот вот так вот проходит наш матч. 1-2. Ну, извиняюсь, конечно, что проигрываю, но тут у нас шансов не было. Матч с Миланом. Это так уж, конечно, плохо. А вот матч с Прагой, с Валенсией у нас проходили хорошо. Так что у нас по победам и поражениям 2-2. Пока, друзья.